это движение, которое в первую очередь, я думаю, самое главное, дает понять этим людям, что они не одни, что они не брошены, что есть люди, которые о них позаботятся. Это вот самый важный вывод из этого добровольческого движения. И очень отрадно отметить, что в этом движении активное участие принимают молодые люди.